Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. На связи Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Ну, что же у нас, нападение, да и бог с ним. Бойцы у меня получили по 38 уровню, и скрафтился у меня Скипер Любви. Надо же, какое замечательное название. Так, соберем деньги. У меня прогресс сделался один, и давайте посмотрим, что это за посох такой интересный. Раз в некоторое время восстанавливает союзнику, да, 2000 жизней. Ну что же, это все-таки хоть что-то, чем ничего. Хотя я не очень рад, если честно. Я рассчитывал на кое-что другое. Очень хотел получить посох воскрешения. Ну, раз нет, так нет. Плотник 4 уровня у меня получил. Так, камеру мы отдалили с вами, ребята. И что у нас тут? Кто-то просил HD, я еще раз показываю. Видите, ребята, HD не поддерживает мое устройство. Да я, честно говоря, не знаю, зачем тут HD. Вроде бы и так все хорошо и отчетливо видно. И, честно говоря, на мобильном аппарате то же самое. HD функция не включается. Так, ладушки. Ну что же у нас тут? Прогресс 5000 денег и 3000 дерева. Замечательно. Ресурсы нам, ребята, нужны. Хоть у меня сейчас все заняты, работяги, как вы видите, у меня погреб делается дровница. Так что пока очень придется нам долго ждать времени. Ну, помимо 4 часов, конечно, а так долго. И у нас что следующее? Так, берем магию, ребятушки, обязательно. И сегодня я опять собираюсь пойти на этого чертового голема. Хотелось бы мне его завалить. Попробуем со скоростью атаки. Давайте сделаем броньку на всякий случай. И еще дух льва. Вот так вот будет самое то. Это на тот случай, если я его сегодня не завалю. Уж в следующий раз точно должен буду победить. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас. Редкое оружие. Так, ну что же, я не знаю даже. Любомира, наверное, можно так оставить. Тут восстанавливается... Так, нет, мы берем тот новенький посох. Как вы видите, по отхилу он лучше, поэтому он нам и нужнее. Так, ну что, Дмитрий у меня будет в тяже. А что с остальными магами делать? Наверное, тоже оденем им тяжелую броню, чтобы не так быстро у меня падали. Так, давайте, наверное, вот эту вот наденем на него. 13300. Так. А этому наденем вот эту броню, обычную. Ну что же, вроде бы как укомплектованы, по идее. Так, тяж. А, ну сейчас единственное, что надо будет, ребята, наверное, отхилиться им. Нет, это слабенькая у нас получается бронька. Давайте сейчас их отхилим и пойдем на карту. Не знаю, может быть, мы сразу рванем на голема. В общем, сейчас посмотрим. Спасибо, ребят, за подарочки. Очень ценю это. Ну, я уже отправил, так что... Пока делать нечего. Нападение. Значит, Норман на меня напал, да? Правильно, 97 уровня. Куда я мог устоять против такого амбала? Естественно, никак. Ну и что, там он тем более забрал очень немножко. Ну что у нас выпадет из сундуков? Сейчас мы увидим, ребята. Ага, ресурсы. Ну, я и полагаю, что в следующих тоже будут ресурсы. Ну да. Очень маленький шанс выпасть чего-то хорошему. А тем более из этих сундуков. Ну и что, ресурсы тоже не бывают лишними, так что... Ну, а в этот момент, ребята, у меня уже они отхилились. И давайте отправлять и... Так, улыбочки. И отправляемся с вами, естественно, на карту. Так, где наш голем? Заколдованный край. Ух, я тебе сейчас устрою, кузькину мать, как говорится. Ты кто такой, а? Че ты можешь-то? Ты никто, понял? Ты моего друга обидел. На тебя надвигается буря, атака бешеных лап. Давай, я расплываюсь у тебя в глазах. Ты еще не видел медвежий стиль, только молящегося богомола. Или стиль обезьяны. А может порвать тебя супер-пупер-змеей, а? Добей же ты! И он начинает разбирать моих магов. Естественно, тут уже никто и ничего не поможет. Все. Одного за другим щелкает он как орешки. И тем более вот это вот... Общий стан, который станет моих юнитов, которые не могут ничего сделать, кроме как ловить звездочки над головой, меня очень раздражает. Не могу понять, как сделать такую тактику, чтобы
То ли промахивался он, или краса моя быстрее поднималась, чтобы он переключался именно на воина, а не на магов. Даже не знаю, что можно было бы тут, ребята, сделать. У него тем более иммунитет к магии. Естественно, маги, которые там пшикают на него с посохов, это ему, как говорится, комариные укусики. Наверное, придется мне все-таки делать воинов. Ну, а как еще? Больше я не знаю, что тут можно поделать. Если, предположим, мы сделаем так. Два воина у меня будет. Рез и хил. Прокатит, интересно, или нет? Или же сделать два воина, маг и лучник. Вот фиг его знает, какой вариант будет лучше. Даже тяжело сказать. Так, ну давайте попробуем, как говорится, была не была, сделать лучника. Так, хиллер. Нужен ли нам будет хиллер? По идее, его глушат, и нам нужно больше дамага, ребята, да, по идее? Чтобы как можно быстрее нам его разобрать. Давайте попробуем из него тоже сделать воина. Так, посох, нет, магия бесполезна, нужны именно воины. Поэтому он, наверное, будет у меня воином. Так, ну что, комбинация вроде бы неплохая. Сейчас только остается нам, ребята, отхилиться и еще разок попробовать завалить этого голема. Он меня уже нервирует и сидит у меня уже в печенках. Так, ну, а мы тем временем с вами все тут пособираем. Ну, что тут у нас еще? 4 часа 6 минут у меня будет строиться дровница, где будут храниться дрова. И это очень хорошо. Дальше мы сможем с вами развиваться спокойно уже, когда будет расширен дровяной запас. Так, колечки у нас. Колечко на атаку. Я думаю, в принципе, должно нормально быть. Хотя, в принципе, ведь на уворот тоже бы неплохо. Да, с големом-то, по идее. Ну, не знаю. Вот здесь у нас... Так, 700... Нет, у меня нормальное оружие стоит. Единственное, что у него стоят посохи... Ой, посохи, чё я думаю? Не посохи, а колечки на магический урон. А он у меня сейчас воин, поэтому нужно ему ставить, наверное, на уворот, скорее всего. И больше у меня ничего нету. И крит. На ворот и крит. Крит, наверное, надо будет нам ставить вот сюда. Так как мы сделали из него уже лучника. Так, бронька. Это все не то. Так, это на магию у нас. Да, все-таки, наверное, придется, ребята, поставить колечко на крит. Хоть он и маленький, 78, но это лучше, чем магическая атака. Тем более для лукаря. Это будет самое то. Ну, а здесь... Ага, крит. А зачем нам резу крит? Давайте поменяем немножко. Вот это кольцо мы заменим. Потому что здесь 78, а здесь вы, как видите сами, в разы больше крита. Ну и, соответственно, будет быстрее дамажить. А вот это магический, вот сюда. Вот так, вот теперь самое то, что надо. Так, тут у нас магия, сила, защита. В общем, все как полагается. Ну что же, надеюсь, они у меня там уже отхилились. Воины мои, все укомплектованы. Броньки эти я, к сожалению, носить пока не могу. И все-таки давайте, ребята, наверное, мы поставим магическую броню. Пускай он будет у нас, как говорится, маг полноценный, а не в тяже. Ну все, ребятушки мои отхилились, и давайте мы с вами проведем очередную попытку завалить голема. Что тут у меня? Опять крысы. Зачастили вы, крысята. Ну что ж, ребята, давайте отправляться на голема. Так, ага, надо добавить магию. Хоть она и бесполезна, наверное, против него будет, но тем не менее, хоть чем-то пальнуть лишний раз не помешает. Хоть маленький урон, но все-таки мы наносим ей. Все, великолепно, поставили на изучение новую магию. И приступаем с вами атаковать големище. Ну иди сюда, глыба. Так. Елки ты палки, да что ж такое-то, а? Стойте, ребята, не падайте. Так, один упал, хиль, точнее, я воскрешаю его. Так, отлично. Так, два фаербола я уже потратил, половина хп у него уже нету. Краса моя упала. Так, давай. Вот ты молодец, маг, ты просто умница. Ребята, ребятушки, момент истины есть.
Есть, мы его завалили. Завалили, и я поздравляю нас, ребята. Я очень этому рад, он мне уже достал на самом деле. Наконец-то мы куда-то продвинулись. Ты хочешь оценить игру? Да, я, пожалуй, оценю ее на 5 звезд. Мне она очень нравится, я ее прохожу. И почему бы мне не проголосовать? Так, ну что, ребята, вы разрушаете гармонию моей земли. Вы разрушаете моих каменных солдат. Это орет магистр Форгус. Упрямые люди, как я вас ненавижу. Приятель, расслабься. Может, тебе просто пора завести подружку? Это говорит Дональд. Да, ребята, конечно, конечно. Мы завалили его нового голема. Так, у нас сундучок еще есть. Замечательно, давайте их поставим на отхил. А точнее, красу. И это, и надо будет, наверное, ребята, им поменять вооружение. Я уже и забыл, кто у меня кем был. Ну, однозначно, у меня не было лучников. Я сейчас всех перевел в магистров. Так что давайте опять снаряжать им магические шмотки. Так, какая? Вот эта, по-моему, была, да? У меня больше других-то и нету. Но вот, на 37 уровень мы одеваем. Так, подожди, вот сюда. Ёлки-палки, запутался. 37 уровень, да? Да, отлично, вот это вот. Это уже на 38 не прокатит. Значит, она и есть. Хотя Матвей у меня... Не, Матвей у меня 38 уровня. Так, и посох у него на магию. Хотя он у меня воскрешатель. Ну-ка, убери-ка этот посох отсюда. А поставим мы, наверное, вот сюда. Ты у меня маленький? Да, маленький. Поэтому носи куртяшечку. Вот эту вот слабенькую. И где у нас тут? Подождите. Вот этот посох. Да. Так, а ты у нас Любомир, я уже забыл. Ты был у меня тоже, по-моему, магом. Да, раз у тебя висят амулеты. Так что давайте... Где у нас там на 2000-то, который хилит? Я что-то не пойму. А, он, наверное, у кого-то. Тогда будешь с этим ходить посохом. Будешь резать всех. И вот эту броню одевай. Так, с амулетами у тебя все нормально. Все, эти у меня, короче, готовы. Так, Дмитрий. Кем был у меня Дмитрий? Дмитрий у меня был, по-моему, тоже магом. Если я не ошибаюсь. Ну, однозначно не воином. Так, держи вот этот посох на отхил. Так, переносим. И ароба у меня, по-моему, больше и нету, да? Хотя нафиг я ему вот этот лучше посох поставлю, он получше. Ну что, вроде бы компашка моя собрана. Так, давайте этого поставим лечиться. И что же нам остается? Остается только открыть сундук. Так, давайте вот так вот сделаем. Будут у меня два отхила. И тогда, я думаю, буду непобедим. Так, давай, беги. Так, давайте прогрессик сделаем. Ага, 10 тысяч золотых, 3 тысячи дерева. Шикарно. И глянем, что у меня выпадет из синего сундука. Броня. Броня у меня идет на лучника. Ёлки-палки. По-моему, она очень-очень плохенькая, ребята. Можно ее, наверное, было бы сразу и разобрать. Так, давайте теперь глянем, кто у нас тут в обитель магии. Голем и 3 некроманта. 70 тысяч мощей. Ага. Ну, в любом случае, надо будет пробовать и смотреть, что у нас из этого получится. Сейчас только надо дождаться, когда мои ребята... А, все, он уже отхилился. Возвращаем его, естественно. Так, деревяшки тут, это все, манна накопилась. Ну что же, давайте рискнем, как говорится, здоровьем своим. Ага, опять магию добавляем. У меня последние 3 магии осталось. И это очень печально, ребят, потому что... Потом я просто-напросто ничего не смогу сделать. Ну, как говорится... 1, 2, 3, 4! Мы прошли, причем очень хорошо, непринужденно, в принципе, даже, я бы сказал, легко. И мы получили с вами сундучок. А ну-ка, что ты нам преподашь? Опа-на, ребята, это колечко, больше чем уверен, на казначеев идет. Так, 444 ресурса в час. Угу. Так, давайте их техноотхил. Пока они будут хилиться, мы сейчас посмотрим, что у нас там с казначеями, ребят. Так, собираем это все. И давайте глянем.
Где наше колечко 999 пробы? Ага, нужен уровень 11. Так, кто у меня? Вот. Вот один единственный у меня Арнольдушка, который может носить колечко. И как раз оно, кстати. А это у нас 282. Есть у меня послабже колечко или нету у кого-нибудь? У всех за 300. Ничего себе, какие у меня. Ага, у этого вообще нету. Ну-ка все, давайте оденем. Все, вот сейчас самый шик. Не придраться, казначеи просто с иголочки одеты. Так, ну что, давайте глянем, что у нас тут за забытое святилище. Так, уже два голема, два некроманта и лучник. И еще на 2000 мощей у них стало больше. Так, сейчас мы их вернем. Так, ну у меня краса долговато, конечно, хилится, но это понятно. Она у меня как бы самая мощная в отряде. Сейчас мы дождемся, когда она отличится, и обязательно пойдем пробовать ту шайку. 3 часа 56 минут. Всего 4 минутки прошло, елки-палки. Окажется, что вечность. И пока, наверное, все, ребята, да? Ждем. Остается только ждать. Не знаю, будем мы, ребята, сегодня фанить игроков или нет. Посмотрим. Яблоко у меня 127 тысяч. Это приблизительно где-то на 12 ходочек. Ну, возможно, возможно, скорее всего, мы сходим. Хотя смысла я в этом и не вижу, ребятушки. Деньги сейчас мне не нужны. Они нужны будут мне в дальнейшем, но не сейчас. Потому что... Так, что тут у нас? Елизавета, все они учатся. Потому что я не хочу накапливать все большие суммы, чтобы меня потом грабили. Не хочу никому оставлять хороший куш. Ну что же, давайте, ребята, пойдем и попробуем с ними подраться. Что у нас из этого выйдет? Я думаю, что должно все нормально прокатить. Так. Ой-ой-ой, а как так быстро-то? Как так быстро вы положили у меня красу? И не переключается, главное, на нее, а? О, все, ребята, ну тут уж что-то вообще как-то... Я не могу понять. Это, по-моему, вот этот поганый лучник, который сзади стоит, он разбуянился. И не на шутку причем. Ну что же, ребята, на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А я пока немножечко покачаюсь, поднаберу силенок, и мы дадим отпор врагам. А на этом все, ребята, всем пока и до скорого.